Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешивать. Сегодня у нас опять будет роллинг на коллекционера. И попробуем, посмотрим еще по демочку 7-9 попросили. Чисика наеб, вот такой вот у нас сегодня ник. Аккаунт Алексея. Находится в гильдии Синдрия. Атака фортов 12.00. Пропуск БГ. Кик чат в WhatsApp. Битва гильдии первые места, атака фортов первые, 38-75, участников не так уж и много, кидайте заявочки, вступайте, средняя сила где-то в районе 100-150 тысяч. Так, смотрим, что у него вообще пройдено здесь, что есть. Аджай волна не зафармлена еще, по подземках 7-9, то как он и писал. Побежали, посмотрим его алтарь. Что здесь интересного есть? Так. Самое интересное это вот здесь. Аккаунт наполовину донатный. Ну как наполовину донатный? На один пак. Я бы так сказал. Так, поехали, смотрим. Одержимый. Отличный. Хранитель. Грунту по-любому нету. Афинка вообще огонь. Четвертая ремка. Заклинательница тоже неплохо. Хороший вариант, конечно, не Анубис, но... Обзор на нее сегодня делал. Такой вот ара с пятой ремочкой. Так, черепок, варгул топовый. Ведьма хорошая, стрелок. Отлично, начал недавно где-то качать. Рину есть. Купидончик. Тыковка, конечно, печаль. Тыква печаль полная. Валька качается, дерево тоже откачается. Ворожай отлично, но качается. Ну, в общем, с такими героями он дошел до 7-9. Это, в принципе, уже достойно уважения. Да, но у него, конечно, тут с тыковкой проблемы. И без топового таланта на тыкву тут просто будет печаль проходить дальше. Так, ну что, поехали, как обычно, сегодня трешивать. Все стабильно, все по плану. Так. Где там его? Нанять героев, 150. Ну, нужен Анубис Фрея больше всего. Конечно, последнее время... Варгул отлично, профессор Рибит сразу же, ведьма сердцеедка. Так, студеный рыцарь, Бигфут, охуеть, вот это так нормально прет, ребят, отличнейшие герои, особенно Бигфут. Князь тыква, королева гарпий. Призрачный всадник, малыш Ник, отлично. Студеный, друид череп. А падает-то неплохо. Правда, студеных что-то вообще печаль полная. Ронин. Блин, я сейчас зайду, посмотрю ради интереса, что у него тут есть. Так. Бигфут. Недостающий. Да. Бигфут недостающий. Ронина тоже здесь не вижу. Блин, огонь. Поехали дальше. Сейчас собьем рандом. Просто жесть. Отлично. Так. Ну, давай. Душегуб. Видите, действует. Сука. Бля, поздравляю. Реально от души. Хоть похрен, мы там наберем там то воодушевление. У тебя уже есть Анубис. И в принципе просто жесть. Это, блядь, просто. Просто, ребята, обязаны поставить лайк.
Делаем чудеса на аккаунтах. Выбиваем все, что надо. Все, что просят, то и выбиваем. Так, ну блин. Супер просто. Я не знаю, там у него ресурсы на прокачку. Но ресурсов у него на прокачку особо нету. Но, блин. Это реально круто. Так, ну что, поехали дальше трешевать. Так, надо сбить этот рандом. Надо все равно через рейды. Новая тактика, ребята. 80% действует. Точнее, действует моя админ-панельная читы. Где-то плачет один одинокий Влад. Так, ладненько, поехали. Ниндзя. Малышник ниндзя. Еще один малышник. Еще одержимый. Еще одержимый. Да ладно. И что у нас в итоге получилось по событию? Выбили коробку. Ну что, поехали. Поехали делать ход конем. Вариантов у нас особо много нету. Надо все-таки добить. Добить ему исцеление. Ой, говорю, исцеление. Воодушевление на тыкву. Так. Вот конем сделали. Вот такие вот награды. Коробочка даже есть. Давайте откроем. Сначала Анубиса. Ну, потом откроем. Поехали дальше трешевать. Так, ну что, поздравляю еще с одним недостающим героем. Это Арктика со скином сразу. Поехали. Так, осталось три Кенди. Осталось три. Делаем следующий ход конем. Так, ну, завтыкал включить, забрали еще черепа со скином. Потом это все дело откроем. Поехали дальше. Фрэнки. Ну все, вроде все, ребят. Доролим до последнего просто. Чисто посмотреть. Королева Гарпий. Все. Поздравляю. Отлично. Получаешь еще сет гнева, воодушевление. Теперь у тебя тыковка будет не нуба тыковка, а будет тыковка топовая по бжере. Пооткрываем все плюшки. А вы обязательно поставьте лайкосик. Такое вы не увидите у ютуберов часто. Точнее, мало у кого увидите. Так. Череп готов. Череп у нас готов. Арктика. Арктика готова. Ну, блин, конечно, жесть. Психощит еще третий. 20 камней. Так, поехали использовать Анубис.
Так, Анубисы открыли. Бигфут. Открыли. Рибит. Вот это жесть, сколько мы всего навыбивали. Так, Ронина открываем тоже. Так, Фрэнки сейчас я гляну. Я не помню, что там. Фрэнки, по-моему. Да, Фрэнки есть. Ну, отличненько. Просто отличненько. Утекание. Блядь, ну это просто, блядь. Просто мега удача. Я бы так сказал. Сразу бог войны. Это просто, блядь. Просто топ. Давайте попробуем. Исцеление, бастион, воодушевление. Ну? Ожог. Ну, тут, конечно, говорю, тьфу ты, ожог. Огненько. Был бы ожог, не задумываясь, Баронину влепили уже. Так, ну, огненько, хрон, конечно, у него без скина. Можно было бы хрону поставить. Но тут есть рину, мы делаем вот так вот. Даже не задумываемся. Все, у нас осталось талантики. Мы сейчас пойдем еще. Вдруг мы Фрейю вытащим опять. Так, есть сет. Давайте посмотрим, что тут у нас упадет. Бог войны. Так. Так, 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 что я хотел? А, талант, талант забрать. Получить. Отличненько. Так, чтобы ты его нигде не потерял. Потому что такие таланты падают очень редко. Так, ну где ты? Вот оно, исцеление. Использовать, окей. Ну все. Поехали. Вот теперь ты будешь иметь, прокачаешь Анубиса, и у тебя уже 100% с 7-9 проблем не будет. Так. Поехали дальше. Открываем сундук. попыток. Ну, за 12 попыток Фрей выловить, это было бы еще больше удачи. Но тут и так, блин, Бигфут, бог войны, сразу выпал пятый. Уже отлично. Анубиса словили. Ну, просто жесть. Так, отлично. Осколки. Так, ну все, думаю, я ставим самики, пусть там будут, будет что-то делать, в принципе. Вот так вот, ребята, еще один аккаунт потерял действенность, я бы так сказал. Выбили, что заказывал, то повыбивали. Все, пишите комменты, обязательно подписывайтесь на канал, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Всем пока.